Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш реакции. Подписывайтесь, участвуйте, выигрывайте. Ребятки, будем слушать трек. Спасибо большое, дорогой заказчик. Поехали, друзья! Очень нравится. Нравится голос. Нравится вот мелодия. Нравится. Очень нравится. Очень нравится, как исполняет. Все нравится. Джейкоб летает, ребятки. Джейк, видели? Кто хочет узнать, кто такой Джейкоб, это остаться в живых. Надо, да, немножко, ребят, посмотреть, Джейкоб кто не знает. Летает. Там видите, какая вот вечер, во-первых. Там деревья, да, на земле. Или где он? Почему? Вот видишь, какая? Это плитка, наверное. А между плитками вот трава растет, да? Цветочки. И Джейкоб летает, ребят. Летает. А вот он. Классный, музыка классный, трек мне нравится, очень интересно. Прям, знаешь, загадочный как-то, вот интерес смотреть, что будет дальше, да? И клип интересный, как фильм. Извини меня, вот этот кто это? А? Это кто это? Это самое. Бык, что ли? А? Mm-hmm. Рога же, видишь там? А может, Джейкоб? Ну, он и есть, перевоплотился. Во-первых, на улице такой уже вечер, да, темный, уже к ночи ближе, да, ребятки, вечер заканчивается. Дом такой большой, везде окна светят, да, ребятки. И он стоит один посередине двора. Кепка у него такая, как у домовенка, ребятки, да, и еще курит. А Джейкоб летает рядом, ребятки. Реально, Джейкоб. Ребят, ну видели, нет? Капец. Ну что думаете, я просто так сижу здесь, что ли, переводчик? Ну вон он летит. Летит, ребят. Может, его несёт. Ну посмотрите, кто не знает Джейкоб в Ютубе. Да. Напишите Джейкоб, да, остаться, да, живых. Да, прям, да. Прям про это. И кто фильм видел, посмотрите. Все. Кранты. Джейкоб обратился в девочку. Опасный момент. Опасный, видите? И она его заговаривает. Что дальше будет, ребят, не знаю. А он не доверяет, видишь? Да, знает, что да. Какой-то подвох, что-то, да, не, да, то. Да, ребят, он не такой, знаешь, простачок. Он не дурень. Он понял, что, да, это перевоплощение произошло. Да, он не дурень, ребятки. Он смотрит на нее таким глазами, мол, типа, ты что, давай, что ты хочешь мне сказать, да? Угу. Я же знаю, что ты не настоящий, а что ты Джейкоб. Угу. Ну вот, ребятки, что я скажу, ребятки?
Очень красивая мелодия, ребятки. Очень красивая мелодия, еще раз повторюсь, ребятки. Голос очень красивый. Рэп читал очень красиво, да, скажи? Так спокойно читал, да, непринужденно. Пел, да? Даже, наверное, скорее. Да, даже. Пел, да. Непринужденно, так спокойно. Как-то вот хотелось красивая его слушать. Песня. Да, красивая песня. Очень красивый трек, ребятки. Ну вот и все. О чем пел, ребят, я вам сказала. Он, у него есть друг Джейкоб. Джейкоб может с ним пошутить, может просто его как-то гулять, обидеть. Гулять пойти вместе. Да, гулять может с ним пойти. Ну, они друзья, короче. И может он превращаться в кого хочешь. Вот ему захотелось девочку, да? Он раз превратился в девочку. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.